А это лефсер, это как норвежский национальный, такое норвежское национальное блюдо. Кстати, есть разные вкусы. Ну возьми и ту попробуйте. Я немножко вам прочитаю, из чего делается норвежское лефсер. Я немножко вам прочитаю о том, из чего изготавливают норвежское лефсер. Это традиционные мягкие норвежские блины. Готовят из картофеля или муки с молоком или сливками и сливочным маслом на большой плоскости или сковороде. В магазине мы нашли два вида. Этот классический, а этот с корицей. Так что сейчас будет распаковка чек. По запаху ничем не пахнет. Они очень мягенькие. С чаем будет вкусно. А так? Я бы сюда добавила сгущенки. Но они как бы, как будто сгущенкой должны быть. Ну, это не наша сгущенка. Я не знаю, это, наверное, и не сгущенка какая-то. Они не сладкие. Они такие пресные. Не запрыковала. Нет, ну кушать можно. А вот вторые... вот они уже пахнут корицей. Там, наверное, за кадром слышно, как я слюни глотаю. Ну, корица не чувствуется. Да? Ну, как-то... Но эти вкуснее с корицей. Не, вкусно, интересно так. Ставлю из 5 двоечку. А ты попробуй. А я-то чё? А я чё? Я же миллион раз пробовал. А мне это... Твоя оценка? Из 5 троечка. Не намного больше, чем у меня. Недостаточно вот сгущеночки, да? Вот нашей русской вкусной. Я бы прям полила сверху, было бы очень вкусно. Запах хороший. Ценители норвежских блинов. Мне как бы нравится, но я бы, честно говоря, бы блинов с икрой. Нет, ну интересно тоже по-своему, согласись. Быстро соглашайся. Или наши с малиновым вареницем и туда еще сметанки. Ох, бомбище. Ну их блины отличаются, да, от наших. Они наши будут пробовать и говорить. Да, что-то вот не наши то. Бы лепсы, вот это вот, да. А ваши блины, вот наши бы лепсы с брюнустом, вот это вот, да. А ваши блины со сметаной, фигня какая-то, с икрой.